Всем здравствуйте! Я бы хотела бы поделиться своим отзывом о средстве для ушек. Производитель — страна США, а фирма Esprit. Заказ я делала на сайте shinshelka.ua. Объем данного средства 118 мл. И внизу бутылочки указаны сроки годности. В состав данного лосьона входит масло чайного дерева, эквалипта и мяты, которые охлаждают, укрепляют и стимулируют регенерацию кожи, очищают от загрязнений и обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами. Этот лосьон можно применять двумя способами. Нужно выбрать, который подходит вам. Первое – это с помощью ватного тампона аккуратно нужно очистить внешние складочки ушной раковины, и затем нужно разместить смоченный средством ватный диск или кусочек марли на кончике пальца и осторожно начинать массировать внутреннюю поверхность уха. Или же второй способ – это закапать две капли данного средства в ушной канал и легко помассировать участок вокруг уха, позволяя средству впитаться. После этого позвольте питомцу отряхнуть ухо. Для чистки внешних складочек ушной раковины используйте ватный диск или кусочек марли. Нам очень понравилось данное средство. Моя собачка спокойно себя ведет, и я могу назвать плюсы. Во-первых, этот лосьон предохраняет от ушных клещей. Он мягко очищает, имеет антибактериальный эффект, противогрибковое действие, быстро растворяет ушную серу. Алоэ вера охлаждает и успокаивает кожу и обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. И также это средство очень быстро высыхает и безопасен, что самое главное, для щенков. Я нанесла средство на ватный диск, и сейчас мы приподнимаем ушко собачки и начинаем просто вытирать, массировать. Он себя спокойно ведет и аккуратненько вычищаем. Иногда я даже закапываю две капельки. Собачка моя справляется сама. Просто массирую. Вот так. Поэтому мы рекомендуем.